Ой. Ну надо же. Магазин надо закрывать, но одни убытки. Еще этот торговый центр под боком открыли. Ой. Может, его перенести на другое место? Есть одно местечко хорошее. Лев, у тебя деньги остались, или ты все проиграл? Если остались, отдай мне. Надо бизнес наладить. Лев! Ну что же это такое, а? Вторую неделю не просыхаешь. Ну сколько можно пить? У меня траур. Имею я право выпить за упокой жены? Завтра, чтоб был трезвый. Тебе не понять моего горя. Горе у тебя? Ну и горюй. Пить-то зачем? Ничего ты не понимаешь. Куда уж мне? Здравствуй, Маша. Здравствуйте. Прости, что преследую тебя, но в гости без приглашения зайти не решился, а надо поговорить. Я благодарен тебе за то, что ты ходатайствовал обо мне в суде, но это лишнее. Я ходил в полицию и оформил явку с повинной, чтобы понести наказание за свои грехи. Вы уже и так понесли наказание. Вам нельзя в тюрьму, у вас здоровье слабое. Маша, прими мои искренние раскаяния за то горе, которое я причинил вашей семье. Я понимаю, мне нет прощения. Но если вдруг когда-нибудь тебе захочется меня увидеть, я буду рад. Я хочу сделать тебе подарок на прощание. Вот здесь документы и ключи от сейфа, где лежит моя коллекция старинных монет. Нет, я не возьму. Я знаю, что это очень дорого. Ты подарил мне возможность жить, дышать, видеть солнце. Это дороже. Но это всего лишь благодарность. А я ничего особенного и не делала. Просто выполняла свою обычную работу сиделки. Обо мне так искренне давно уже никто не заботился. А это дорогого стоит. Глеб Николаевич, не все измеряется деньгами. Я не возьму ваш подарок. До свидания. Так, Олеженька, давай с тобой померяем свитер. Повернись. Так, здесь нормально. Рукава. Да, большие. Ну ничего, на вырост. То скоро мы с тобой вместе пойдем в магазин. Я тебе подберу что-нибудь другое. А еще мы будем гулять с тобой, где захотим. А по выходным я буду забирать тебя к себе. Моя мама? Нет, я... Твоя мама, она... Она уехала. Куда? Далеко. Когда она приедет? Я не знаю. Она не хочет? Нет, Олег, она очень хочет тебя увидеть. Просто она далеко. А хочешь, я покажу тебе фотографию? Вот она.
Мама, ты уезжаешь куда-то? А что случилось? Я в санаторий уеду. Через пару дней. Без папы? Ты опять сплетен наслушалась? Вы с папой идеальная пара. Вам завидуют, поэтому и сочиняют про эту молодую любовницу. Не надо никому верить, кроме своих родных. Мама! Твоему отцу тоже можно верить? Ты о чем? Ида не молодая любовница. Она его дочь. Что? Да, вот так. Она родилась, когда тебе было 7 лет. Внебрачная дочь. Он мне вчера сам рассказал. Решился наконец-то. Андрюш, ты на работу? Я пойду. Прилягу, я всю ночь не спала. У нас медсестер не хватает. Угу. Тебя обязательно возьмут. Спасибо, Гриш. А почему ты не идешь в клинику Андрея Елисеева? У вас ведь вроде с ним роман наклевывался. Я с ним поссорилась. Поссорилась? И что, даже не звонит? Я его не простила. Что-то не похоже, что не простила. Ну какая тебе разница? Может, даже так лучше. Ему нужна другая жена. Ты прошла повторное обследование? Да. Результаты неутешительные. Наверное, мне не суждено стать мамой. Ну что значит суждено, не суждено? Ты гадалка или врач? Надо верить в силу медицины. Помнишь, тебе говорил, у меня есть чудесный доктор, который лечит бесплодие. Давай я запишу тебя к нему на прием. Спасибо. Я считаю, что комплекс обследования неполный. Достаточный. Так, ясно. Ростислав Эдуардович, соберите консилиум на завтра. Ты почему ставишь диагноз, не проведя обследование до конца? Потому что все необходимое сделано, и картина ясна. И даже лечение назначено? Да. А если тебе что-то не нравится, то можешь провести свое обследование. Назначить операцию, когда удобно тебе. Выставить еще один счет. Ну, тебе же терапевту лучше знать, как лечить опухоль. Да, мне лучше знать. Потому что я действительно терапевт, а вот ты пока еще никто, понятно? Что, ты хочешь унизить меня? Считаешь себя гениальным и идеальным? Я себя идеальным не считаю. Да? А я считал. Тебя идеальным, карьеру твою, нашу семью. Ты вообще-то почему не сказал, что Гуляева твоя дочь? Я сам долго этого не знал. А чего ты еще не знаешь? Ну каких сюрпризов нам от тебя ждать? Ты предупреди нас. Прекрати, я прошу тебя, прекрати. Ты предал. Ты предал нас, нашу семью, маму. Ты 20 с лишним лет скрывал, что у тебя дочь есть. Ты мне еще будешь морали читать, а? О нравственности. Я тебе не врал. Да? Может быть, маме ты не изменял? Молись. Молись, чтобы она тебя простила. О, пожалуйста. Что случилось? У вас приступ? Давайте. Давайте, давайте, давайте. Сейчас, сейчас, лежите. Свет!
Света, врачи сюда быстро! Андрей Павлович, срочно! Сейчас, 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 потерпите, миленький, сейчас, сейчас все придут. Нитроглицерин дала? Дала. Готовь адреналин, быстро! Сейчас. Костя? Привет, Маш. Можно войти? Разводимся 30-го. Я получил уведомление. Я не буду претендовать на какое имущество. Детей у нас нет, так что должны развести быстро. Маш, я не собираюсь с тобой обсуждать детали развода. Я пришел, чтобы помириться с тобой. Маш, мне очень плохо без тебя. Я скучаю по тебе, Маш. Вернись, пожалуйста, Маш. Господи, Костя. Маш, если ты не вернешься, я руки на себя наложу. Кость, не ломай комедию. Маш, я тебя люблю. Пожалуйста, давай попробуем все начать заново. Мы будем жить отдельно. Я куплю квартиру, у меня есть деньги. Вот, смотри. Вот, смотри. Я продал программу. Ты не верила в меня, я написал и продал. И вот смотри, сколько мне заплатили. Ты продал программу своему дяде? Почему дяде-то? Тут написано, что счет открыл Глеб Вяземский. Удачи тебе, Костя. Ну, как он? Все обошлось. Уснул. Слава Богу. Все будет хорошо. Правда. Ну да. Ты меня извини, пожалуйста, за все. Мне так много тебе надо рассказать. Ничего. У нас еще будет время, чтобы все сказать. Да. Правда, спасибо. Курица немного подгорела. Меня Костя отвлек. Мириться, что ли, приходил? Да. Чего решила? Ничего. Разводимся 30-го. Давайте не будем об этом. Пап, ты то, что ты рассказывал про веранду. Ну и что? Веранда. Замаялся с этой верандой. Потому что снести ее надо было. Построить новую. Ну, конечно, все надо было снести. И крышу надо было снести. Починил, ничего не течет. Дождя не было хорошего. Так, Маш, ты что-то такое сообщила важное про ребенка? Да. Я хочу оформить на Олежку гостевую семью. Усыновляешь? Нет, пап, это не усыновление. Это когда можно приходить, забирать ребенка на выходные, в праздники, в любое свободное время. Буду его опекать. Маша. Больной ребенок. Это очень тяжело. Ты подумай, хорошо подумай. Я уже подумала. И все решила. А еще решила, что не хочу быть неврологом, а буду учиться на кардиолога.
Только еще нужно поступить в медицинский. Маня, ты еще сама такая молодая. Поживи немного для себя. Пап, вот ты знаешь, мама бы меня поддержала. Вот ты маму вспоминаешь, а сама ее убийцу выгораживаешь. Я не понимаю этого, Маш. Ну, прости, но не могу я этого понять. Ну, почему ты в суде сказала, что не имеешь к нему претензий? Ну, почему? Пап, потому что ему нельзя в тюрьму. Ему еще нужно восстановиться после комы. Ну да. Мало того, что ты его выхаживала, ты еще от тюрьмы его отмазываешь. Пап, давай не будем, ладно? Ты знаешь, когда за ним ухаживал, я поняла, что он неплохой человек. Он помогал людям, участвовал в благотворительности. Однажды даже спас тонущего ребенка. Это вообще какой-то злой рок, что он является виновником смерти мамы. Все равно. Я твоего поступка не одобряю. Я не понимаю этого. А вот что ребенка хочешь взять, это ты молодец. Молодец. Я пойду еще морс принесу. Да что ты на меня смотришь? Что, я не прав? Прав. Жив я. Жив. Ты не уехала? Я отменила поездку. Ну и зря. Почему? Потому что тебе сейчас понадобится очень много времени, чтобы хорошенечко все обдумать. Ну, как нам дальше строить наши отношения? Только прошу, мне не нужно снисхождения из-за моей болезни. Паш, я никуда не уеду, пока ты не поправишься. Но я пойду. Я так испугалась. Ну что, тебе понравилось на колесе обозрения? Мороженое. Олег, ну какое мороженое? Ты это только что съел. У тебя горло заболит. Нет, не заболит. Ладно. А если я тебе куплю мороженое, ты будешь меня слушаться? Посмотрим. Посмотрим, значит. Олег, послушай, я за тебя отвечаю. Если ты не будешь меня слушаться, мы вернемся в палату и больше не пойдем гулять. Ты понял? Ну, это хорошо. Дайте, пожалуйста, мороженое. Какое вам? А давайте фисташка. Олег, ты будешь? Пожалуйста. А вы мальчика не видели? Нет. Олег! Зой, а ты что дверь не закрываешь? Ограбит или еще чего хуже? Народ, ты сама знаешь, какой сейчас. Костя.
Да я всегда закрываю. Видимо, сейчас забыла. Я думала, ты больше не придешь. Обедом накормишь? Конечно, накормлю. Я сейчас приготовлю что-нибудь вкусное. Ну, давай, я пока идейку одну покручу. А ты что, над новой программой работаешь? Конечно. У тебя просто золотой мозг. А ты что, сомневалась, что ли? Ну, если честно, поначалу сомневалась. Но потом я увидела, сколько тебе заплатили денег. Костя, ты просто гений. Да, деньги-то вообще пустяки. Отдыхай, я пойду готовить. Некогда отдыхать, Зой. Работать надо. Надо работать. Умственный труд, он такая штука. Простите, вы мальчика не видели такого маленького в синей куртке? Знаете, не видела. Вы мальчика ищете? Да. А он туда пошел. Спасибо. Зачем ты убежал? У Олежки процедура в 14:30, а вы привели его на 20 минут позже. Да, конечно, я все понимаю, простите, мы просто в парке задержались. Не опаздывайте, пожалуйста, в следующий раз, потому что я вам доверяю ребенка на свой страх и риск. Все в порядке? Скажите, вы раньше общались с детьми из детского дома? Ну, если честно, я с ним не справляюсь. Ну, с детьми вообще тяжело, тем более с сиротами. Я понимаю. Скажите, зачем вам это? Вы молодая, наслаждайтесь жизнью. Ну, понимаете, я знаю мать Олега, знаю их историю. И когда я его увидела, то почувствовала, что ты мой родной ребенок. Я знаю, что будет трудно, но я справлюсь. Привет. Привет. Это тебе? Оригинально. Ты здесь не собирал? Не нравится? Ты напоминаешь мне моего бывшего жениха. У него был такой же юмор. Вот пригласительный в клуб. Там сегодня презентация, билетов просто не достать. Пойдем? Круто. Ну, а пока предлагаю прогуляться по парку. Или давай вон посидим в ресторане на палубе корабля. А можно. А можно прогуляться по магазинам? Хорошо, как скажешь. Костик, в этом магазине огромный выбор диванов. Я бы уже свой поменяла, он у меня какой-то допотопный. Ну, это дорогущий магазин, Зоя. Для твоего уровня доходов это вообще не деньги, Костик. Ой, много ты знаешь. Да ну не жадничай. Один раз живем. Давай по-человечески жить. Ты еще заработаешь. Зой, ты думаешь, программистам так легко деньги даются? Это тебе не косметику втюхивать на всех углах. И потом, если к деньгам так беспечно относиться, они имеют свойство заканчиваться. Да, вот поэтому их и надо приумножать, а не держать в банке мертвым грузом. В общем, у меня есть дельце одно. Опять твоя пирамида? Зоя, я в авантюрах не принимаю участия. Нет, Костя. Это реальное дело. В два раза можно увеличить сумму всего за 3 месяца. Ну, не верю я в это. Да я тебе серьезно говорю. У меня подруга озолотилась. Она 10 тысяч вложила и 20 получила. Ты представляешь, сколько можно наварить денег, провернув твои 5 миллионов? 5 миллионов? Да я никогда в жизни не буду рисковать такой суммой. Костя, ты сможешь уйти из школы и заняться программированием. Сколько можно там сидеть? Да, школа надоела. В общем, ты подумай, не торопись, и потом мне скажешь, ладно? Я уже обдумал, Зоя. Нет. Ну, как хочешь. Давай в гастроном зайдем, купим продуктов к ужину. Да ну, чего мы попремся в этот дорогущий магазин? Давай зайдем в магазинчик возле твоего подъезда.
Вот этот, Кость, там продукты все просроченные. А ты думаешь, там не просроченные, у меня у матери магазин. Я знаю, какие они там штуки с продуктами вытворяют. Много ты знаешь. Что ты, я вообще знаток. Маша! Привет. Привет. Как Олег поживает? Его поставили на плановую операцию. Хорошо. А я себе сделала гостевой режим. Гуляла уже с Олегом. Правда, он сбежал от меня. Упрямый такой. Ну, это нормально. Я в его возрасте такое вытворил, что ух, мать справиться не могла. Один отец меня на путь истины наставлял. Вот до сих пор терпит. Недавно так перенервничал аж. Сердечный приступ был. А сейчас как он себя чувствует? Ничего, выкарабкался. Да, а ты здесь по каким дням бываешь? Ну, в следующий раз буду только в среду. Я ведь на работу устроилась. Поздравляю. Примерно во второй половине дня буду. Ну, часа в 3-4, да? Ну, да. Ну, я к этому времени тоже подъеду. А сейчас можно с тобой коллегу? Да, конечно. Ага. А, давай я помогу. Ну, вот так вот мы и живем. Костя без жены остался, Лев тоже. По одной Ляле все хорошо. Нашла богатого парня, красавца. Говорит, что скоро замуж выйдет. Дай бог, может, хоть ей повезет. А Костя здесь живет? Ой, Костя. С братом так и не ладит. Нет, живет он в основном у Зои. Она хоть ему и не пара, но, может, ребенка родит. Хорошо, что ты приехал помочь. Я все одна. Лев магазин забросил, сидит в казино, деньги проигрывает твои, которые ты дал. Я не знаю, на что он жить будет. Бизнес никакого нет. Тут еще торговый центр построили. Я хочу магазин закрыть, чтобы только без убытков. Поможешь мне все грамотно организовать? Да, помогу. Глеб, слушай, а может, давай новый магазин откроем? Ну или что-нибудь посолиднее такое сделать. Все равно ты не будешь без дела сидеть. Я тебе буду помогать, я теперь ученая. Знаешь, после комы я понял, что много времени потратил на бессмысленную гонку за деньгами. Сейчас я по-другому смотрю на жизнь. И каждый день проживаю с восторгом, как в детстве. Ну еще бы. Ты чуть не умер, ты вон на краю смерти стоял. О многом жалею. Не удалось создать семью со второй попытки. Детей собственных нет. Да и с племянниками вот не нянчился, когда они были маленькими. Все куда-то спешил, все мне было мало. Жизнь прошла бессмысленно и пусто. Я благодарен судьбе за то, что впал в кому. За эту вынужденную остановку. За возможность все осознать, раскаяться. Теперь мне и умереть не страшно. Опять умирать собрался. Да мы только тебя вылечили, выходили. Ты уж поживи. Поживу, поживу. Я слышал, ты собираешься уехать? Опять за границу? Нет, здесь останусь. Буду жить на природе. На природе? Хорошо. Ну давай, что у тебя там? Да. Да вот. Привет. Привет. Классно выглядишь. Спасибо. Андрей, я ему купила игру. Как думаешь, понравится? Обучающая игра, 6 раскрасок. Ну да, понравится. Еще нужно будет в парк сходить, покататься на аттракционах. В прошлый раз не успели, он ведь сбежал. На сегодня точно не сбежит. Вот она, настоящая игрушка для пацана. А ему можно? Я так скажу, нужно. Под мою ответственность.
Ну, хорошо. Ну, идем? Угу. Давай, давай, ты встань. Беги, подальше, давай. Сейчас обводной удар будет, между прочим. Оп, оп. От дяди Андрея. Ты видел? Оп. Ну. Ученый. Оп, незаметный. Он такой веселый сегодня. Это все из-за того, что ты рядом. Конечно, мальчик с мальчиком всегда найдет общий язык. Давай, давай, воротарь дырка. Ну. Давай. Ну, воротарь дырка, да? Опа! Чего такое? Что? Олег. Плохо? Сердце? Да. Ложись. Звони в кардиоцентр. Ага. Сумку дай. Да-да-да. Под голову. Алло? Жди здесь. Им надо операцию делать. Но его же поставили на плановую. Маша, плановая нам уже не подходит. В Германию на 200. Это денег стоит. Откуда их брать, я даже не знаю. А у нас в стране такую операцию нельзя сделать? У нас нет. И времени на это нет. Что делать, а? Короче, я сейчас поеду в клинику, поговорю с отцом. Жди меня здесь, и мы на связи с тобой. Хорошо. Спасибо, что пришел. Рад тебя видеть. Это тебе спасибо. Если бы не ты, не видать бы мне света белого. Ну, что ты, это больше заслуга Андрея. Кстати, как себя чувствуешь? Головокружение прошли? Да, да. Но вот только голова как будто не моя. Ну и слаб пока. Понятно. Суд был? Да. Осудили. Правда, дали условно. Тебе надо чаще бывать на свежем воздухе. А я вот как раз собираюсь поехать жить за город. Да? Да. Ты знаешь, я тоже о деревне мечтаю. Вот сейчас оклемаюсь, потом хотим с женой куда-нибудь поехать отдохнуть. Ну, а потом потихоньку оставлю все дела на Андрея и... Пап, помощь твоя нужна. Пожалуйста, позвони своим знакомым в немецкий кардиоцентр и договорись о срочной операции для ребенка. Подожди, хорошо, только сначала успокойся. Но мне надо знать... Его возраст, там, точный диагноз. Вообще, чей это ребенок? Папа, давай все вопросы потом. Вот его карта. Пожалуйста, звони быстрее. Звони, папа! Алло. Сергей Геннадьевич, это вас беспокоит Андрей Елисеев. Да, 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 сын. Вы знаете, у меня к вам просьба... Долго объяснять, но мне очень нужны деньги на операцию ребенка. И вы, ваш банк не мог бы выдать мне кредит под залог? Вот, только без справок, потому что деньги мне нужны срочно. Справки, я обещаю, я вам потом все соберу. Нет. Да, я понял, да. Сколько тебе нужно денег? 500 000 в евро. Я дам тебе эти деньги. Мне нужно сегодня, сейчас. Я понимаю. Геллер, это Вяземский. Ну что, я готов продать тебе свою коллекцию монет, даже со скидкой, но с условием. Деньги мне нужны. Через час. Согласен? Ну вот. Вопрос решен.
Не волнуйся, я все решил, деньги есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо не мне. Это он? Да. Вяземский. Ну, Ляль, расскажи, ну, мы тебя слушаем. Что у тебя с лицом-то? Может, жених бросил? Ты я его бросила. И никакой он мне не жених. Ну, как ты не жених? Он нам подходит, богатый и красивый. Ну, может, обидно, что сказал. А ты не злись. Сделай вид, что не расслышала. Я так всегда делала. Мам, ну что ты несешь, а? Ну ты же вообще ничего не знаешь. А она сегодня всем бесплатные советы дает. Лёва, помолчал бы, а? Ну, а ты расскажи нам, чего мы не знаем. Во-первых, он никакой не богатый. И все, чем он передо мной хвастался, вообще ему не принадлежит. А кому принадлежит? Его любовницам. Он Альфонс. Он встречается с престарелыми тетками. Ой. И живет за их счет. Одна купила ему машину, вторая достала ему билеты на все светские мероприятия. Сколько ж у него их было? А третья... Третья вообще меня... Ладно, стыд-то какой. Мам, ну я же не знала, что он такой. Ладно, ладно. Ну, успокойся. Попей чайку. Чай горячий, свежий. Ты давай с пирожком. Ты знаешь, у нас торговый центр открылся. Хороший. Там такая кулинария. Пироги с черникой. Ну-ка пробуй. Вот один остался. Лёва все поел. Давай. Я люблю чернику. Конечно, любишь. Все деньги проиграл вчистую. Даже на пирожок не осталось. Как жить ты будешь? Магазина нет. Бизнес я закрыла, слава богу. Ну, у тебя же остались 5 миллионов, которые дал дядя. Может, еще с продажи магазина что-то выручила, ну, наверное. Да, может, и выручила. А ты что ж собрался у меня до старости на шее сидеть, да? Лёва, отправить бы тебя на твои вольные хлеба. Вот я посмотрела, как бы ты там бы жил. Да не хватает у меня решимости. Жалею я вас, Охламонов. Мамочка, прости, пожалуйста. Ну что ты? Ты моя красавица. Ляля, ты не виновата. Ты такая доверчивая, Лялька. Тебя любой проходимец обмануть может. Не переживай, мы тебе такого жениха найдем. Мне никто не нужен. Да как не нужен? Да что ты? А кто же мне внуков родит, а? Кто нарожает мне внуков, как не ты? Ляля, ты девушка легкомысленная. Все стремишься развлекаться, как мотылек. Летаешь. Такие к тебе и льнут. А хорошие парни, настоящие, они других любят. И на других женятся. Знаешь, какие девушки должны быть? Девушки, которые хотят семью создать. Детей родить, внуков воспитать.
Внуки. Да, Лев, внуки. Хочешь, чтобы было все как у людей, чтобы не хуже. Внуки — это кость. Ой, я была бы рад за Костю, если бы у него жизнь на этот раз семейная наладилась. Костя! А ты что, это к нам с вещами, что ли? Да. Чего? Изменила тебе эта стерва? Да лучше бы изменила, мам. Разорила она меня. Уговорила меня все деньги в одно дело очень выгодное вложить, а оно совсем невыгодным оказалось. Так что я совсем погорел. До сих пор в себя не могу прийти. Да ты что, из-за денег так убиваться? Деньги — это приходящее и уходящее. Да не переживай ты. Чем мы тут все киснем-то, а? Как хорошо, что мы все живы и здоровы. Что снова дома собрались, в родительском доме. А ты знаешь, мне твоя Зойка никогда не нравилась. Если честно, она и хозяйка-то плохая. Не ласковая, а вот Маша жалко. Жалко, что ты ее упустил. Ну, чего вы носы-то повесили все, а? Ну, мы же живы-здоровы. Все снова собрались в родительском доме. Плохо ли, а? Ну-ка, давайте чаю побьем, Ляля. Кружку неси брату. Раздевайся. Лёва, наливай чай. Так. Лёва, наливай чай. Так. Мама, есть с черникой? И с черникой есть. Я еще с вишней купила. Очень, кстати, вкусная с вишней. С вишней не советую. Почему? Очень вкусная. Да ну, Ольга, интересно. Нет, Оль, ну, дайте вот черники. В прошлый раз мне больше понравилось на лошадке, и на карусе, и на надувной горке. А еще и на карусели хочу. Когда мы опять в парк пойдем? Ну, на следующей неделе пойдем. Хочу мороженое. Олег, ну, у тебя же недавно была ангина. Ну, нельзя. Ну, ты пару дней можешь потерпеть? Нет, можно. Так, я чего-то не расслышал. Повтори, пожалуйста. Нельзя, так нельзя. Ну вот, другое дело. Мама, давай, беги. Ура, давай, беги. Мама! Олеженька, родной мой. Это тебе. От нас. Спасибо. Ну как? Поступила. Ура! Поздравляю. Я рад, что ты у меня есть. Мы у тебя есть. Да? Ну, студент. Угу. Как учиться-то собираешься? На тройке или на пятерке?